Добрый день, дорогие посетители канала TooNiche Info. Сегодняшняя аудиостатья посвящена «Почему желтеет туя после посадки?». После посадки туи в саду ожидаешь, что деревце двинется в рост, начнет зеленеть и радовать глаз, но вместо этого туя желтеет после посадки, возможно, местами еще и подсыхает. Почему желтеет туя после посадки и что сделать, чтобы реанимировать ее, вы узнаете в сегодняшней аудиостатье. Если вопрос остается для вас актуальным, продолжайте слушать. Обычно туя желтеет по естественным причинам, например, осенью, готовясь к состоянию покоя. Любой начинающий цветовод понимает, что это вполне нормальный процесс. Но что можно сказать о заметном пожелтении туи после посадки весной? На пожелтении туи могут сказываться различные факторы – приобретенный неправильный уход или же природные – изменение погодных условий. Почему желтеет туя после посадки? Отсутствие или застой влаги, неподходящая почвенная смесь, неграмотный уход, изменение погодных условий. Влага в почвенной смеси сохраняется в зависимости от типа компонентов, из которых состоит субстрат для посадки. При посадке туи в открытый грунт стоит придерживаться определенных правил. Песчаный грунт – быстрое проникновение воды в нижние слои, вымывание питательных веществ, недостаточное увлажнение корневой системы туи. Торфяная почва – вызывает застой воды, что влечет за собой загнивание корневой системы. Суглинистая почва – тяжелые компоненты, отсутствие кислорода, неполноценное развитие корневой системы. Высаживать туи лучше всего в дренированную дерновую землю, сдобренную песком и торфом в умеренных объемах. Почему желтеет туя? Наличие грунтовых вод, которые приводят к гниению корней и, как следствие, нарушение работы поверхностной системы. Недостаток увлажнения, засыхание туи. Загущенная посадка, недостаток влаги, воздуха и питательных веществ на каждое дерево. Чрезмерное освещение и воздействие прямых солнечных лучей. Приобретается соломенный окрас, заметное частичное пожелтение в местах сильного воздействия солнца. Придорожные туи желтеют от солей, компонентов, реагентов для очищения. Недостаток питательных веществ, голодание на фоне недостаточной подкормки. Помимо желтизны, туя приобретает бурый фиолетовый оттенок на краях листьев. Понижение температуры или ее скачки. Температура воздуха ниже минус 20 градусов, побурение и пожелтение частей туи. Болезни туи. Почему желтеют после посадки? Болезнетворные бактерии и грибки, разрушающие корневую систему и кору туи, также вызывают изменения в окрасе веток. Болезни туи. Бурая щите, бурная снежная плесень, некроз, грибковая болезнь. Стволовая гниль. Бурая щите поселяется на молодых туях. Появляется заболевание весной, как только сойдет снег. Грибница снежной плесени появляется, как черный налет, затем точечно перебрасывается на другие ветки. Отмирают прежде всего самые тонкие побеги. Некроз ткани коры и веток начинается из-за поражения грибками. Вначале изменяется цвет нижней ветки, после чего желтизна распространяется на верхние побеги. Спороношение в виде темных точек или серо-черных бугорков 1-2 мм в диаметре локализируется на коре. Распространяется грибница при обилии влаги. Поражение туи может быть из-за появления стволовой гнили. В данном случае любое изменение цвета туи без видимых на то причин может указывать на наличие заболевания. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Переходите на сайт, мы ежедневно выставляем интересные информативные статьи о растениях.